Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на нашем канале. И сегодня мы хотели бы с вами вместе помолиться воинственной молитвой за освобождение от блуда и похоти. Так как очень много людей мне пишут и спрашивают, как освободиться от духа блуда и от похоти, и как освободиться от порнографии и так далее, мы решили записать эту молитву и помолиться также за вас. И еще хотела вам напомнить, что в описании под этим видео я прикреплю проповедь на тему духовных мужей и жен, которая будет очень полезно послушать каждому из вас. Поэтому, прежде чем мы начнем, я хотела бы сейчас вместе с Леной помолиться за вас, и затем, как всегда, я буду повторять, а вы вместе с Леной будете, я буду говорить, вы вместе с Леной будете повторять за мной, хорошо? И сейчас помолимся за вас. Отец Небесный, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты спас нас через жертву Иисуса Христа, спасибо за то, что Ты создал нас и дал нам жизнь, спасибо Тебе, Господь, за Твою милость, спасибо Тебе за это искупление, мы благодарим Тебя, и мы просим Тебя именем Иисуса, благослови сейчас это время, благослови каждого, кто слышит нас, благослови каждого, кто сейчас видит нас, и мы просим Тебя, чтобы Твоя сила освобождения, чтобы Твое помазание излилось на каждого человека, дорогой Господь, чтобы каждый получил освобождение от духа блуда, порнографии, прелюбодеяний, и чтобы каждый, Господь, пережил Твою любовь и был наполнен Твоей любовью, был наполнен Твоей святостью, праведностью, Господь, и Твоим огнем, Боже. Мы просим Тебя, дорогой Господь, за каждого человека, чтобы, Боже, вера их возгоралась все больше и больше с каждым днем, чтобы надежда, Господь, Боже, возродилась. Я прошу Тебя, пошли своих ангелов, которые будут охранять каждого, кто сейчас слышит меня, пошли своих ангелов, которые будут служить этим людям. Мы благодарим за то, что Ты даешь нам возможность приходить к Тебе, Господь, в согласии во имя Сына Твоего, Господь, и с верой ожидать, Господь, что Ты ответишь на наши молитвы, так как Ты обещал в Своем Слове: просите во имя Мое, и даст вам Отец Небесный. И мы знаем, Господь Иисус, что Ты верен Своему Слову, что Ты всегда исполняешь Свои обещания. И мы знаем, Господь, что Ты исполнишь эту молитву, Господь, и дашь освобождение сейчас каждому, кто нуждается в этом. Во имя Иисуса мы молились Тебе, Отец. Аминь. Аминь. Отец, Дух Святой, Ты веди нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Я отрекаюсь от любой похоти плоти. Я отрекаюсь от любой похоти плоти. Порнографии. Порнографии. Неправедных разговоров. Неправедных разговоров. Эротических фантазий. Эротических фантазий. Мучительных снов. Мучительных снов. Греховных образов. Греховных образов. Воспоминаний. Воспоминаний. Блуждающего взгляда. Блуждающего взгляда. И любого флирта. И любого флирта. Во имя Иисуса, аминь. Во имя Иисуса, аминь. Я разрушаю любые проклятия. Я разрушаю любые проклятия. Связанные с неразборчивыми половыми связями. Связанные с неразборчивыми половыми связями. В том числе с прелюбодеянием. В том числе с прелюбодеянием. Супружеской неверностью. Супружеской неверностью. Аморальностью. Аморальностью. Блудом. Блудом. Домогательствами. Домогательствами. Изнасилованием. Изнасилованием. Инцестом. Инцестом. Проституцией. Проституцией. Стриптизом. Стриптизом. Посещением стриптиз-клубов. Посещением стриптиз-клубов. Зависимостью от мастурбации. Зависимостью от мастурбации. А также просмотром порнофильмов. А также просмотров порнофильмов, видео и журналов, видео и журналов, эротического содержания, эротического содержания. Во имя Иисуса, аминь. Во имя Иисуса, аминь. Именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа. Я связываю дух блуда. Я связываю дух блуда. Разврата, нечистоты. Разврата, нечистоты. Осквернение. Осквернение. Грязи и обнажения. Грязи и обнажения. А также любых инкубов и суккубов. А также любых инкубов и суккубов. Именем Иисуса, аминь. Именем Иисуса, аминь. Я разрушаю любые проклятия. Я разрушаю любые проклятия. Связанные с половыми извращениями. Связанные с половыми извращениями. Скотоложеством. Скотоложеством. Педофилией. Педофилией. Насилием. Насилием. Жестокостью. Жестокостью. Тантрическим или оккультным сексом. Тантрическим или оккультным сексом. Во имя Иисуса Христа, аминь. Во имя Иисуса Христа, аминь. Я отказываю в доступе. Я отказываю в доступе. Любым демонам секса. Любым демонам секса. Которые пытаются проникнуть в мою жизнь. Которые пытаются проникнуть в мою жизнь. Через слух.
Через слух. Зрение. Зрение. Обоняние. Обоняние. Прикосновение. Прикосновение. Сны. Сны. Фантазии. Фантазии. Возбуждение. Возбуждение. Образы или любые другие методы сексуальной стимуляции. Образы или любые другие методы сексуальной стимуляции. Я разрушаю любые проклятия. Я разрушаю любые проклятия. Связанные с половыми отношениями. Связанные с половыми отношениями. В том числе с фригидностью. В том числе с фригидностью. Импотенцией. Импотенцией. Кастрацией. Кастрацией. Бесплодием. Бесплодием. Неудовлетворенностью. Неудовлетворенностью. Разводом или проблемами в браке. Разводом или проблемами в Во браке. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я разрушаю любые проклятия. Я разрушаю любые проклятия. Связанные с попытками использовать секс. Связанные с попытками использовать секс. Для того, чтобы обрести власть. Для того, чтобы обрести власть. Богатство. Богатство. Контроль. Контроль. И способность доминировать. И способность доминировать. Над другими людьми. Над другими людьми. Или манипулировать ними. Или манипулировать ими. Во имя Иисуса. Аминь. Во имя Иисуса. Аминь. Я связываю любые попытки сатаны. Я связываю любые попытки сатаны. Посеять в моем сердце. Посеять в моем сердце. Чувство стыда. Чувство стыда. Вины. Вины. Осуждение. Осуждение. Ненависти, ненависти по отношению к себе, по отношению к себе и к своему телу, и к своему телу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец Небесный, Отец Небесный, я принимаю твое прощение, твое прощение, искупление, искупление, новую жизнь, новую жизнь. Господь, я праведна праведностью Христа. Господь, я праведна праведностью Христа. Я освящена кровью Иисуса Христа. Я освящена кровью Иисуса Христа. Я отрекаюсь от своего прошлого. Я отрекаюсь от своего прошлого. Я отрекаюсь от всякой зависимости. Я отрекаюсь от всякой зависимости. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю. И я провозглашаю, что я дочка Небесного Отца. Что я дочка Небесного Отца. Я искупленная дочь. Я искупленная дочь. Я благодарна тебе, Отец. Я благодарна тебе, Отец. За то, что ты принял меня в свою семью. За то, что ты принял меня в свою семью. И освободил меня от всякого греха. И освободил меня от всякого греха. И дал мне новую жизнь. И дал мне новую жизнь. Я новое творение. Я новое творение. Грех больше не обладает мной. Грех больше не обладает мной. Дьявол больше не обладает мной. Дьявол больше не обладает мной. Потому что я храм Духа Святого. Потому что я храм Духа Святого. Я принадлежу Отцу моему Небесному. Я принадлежу Отцу моему Небесному. И я провозглашаю, что я верный ученик Иисуса Христа. И я провозглашаю, что я верный ученик Иисуса Христа. И я принимаю решение. И я принимаю решение. Жить по воле Отца Небесного. Жить по воле Отца Небесного. Исполнять Его Слово. И исполнять Его Слово. И посвящать себя. И посвящать себя. Каждый день. Каждый день. Иисусу. Иисус. Я благодарю Тебя, Дух Я Святой. Благодарю Тебя, Дух Святой. Будь моим учителем. Будь моим учителем. Наставляй меня. Наставляй меня. Очищай меня. Очищай меня. Исцеляй меня. Исцеляй меня. Работай со мной. Работай со мной. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Я приглашаю Тебя в свой разум. Я приглашаю Тебя в свой разум. Я приглашаю Тебя в свое будущее. Я приглашаю Тебя в мое будущее. И в мое настоящее. И в мое настоящее. Научи меня жить. Научи меня жить. По слову Твоему. По слову Твоему. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Знаете, в Божьем Слове написано, если вы исповедуете ваш грех, Бог, будучи праведен и верен, Он простит вам ваши грехи. Но самое главное, снова не падать в тот грех. Как это сделать? Ищите Иисуса. Постоянно пребывайте в общении с Ним, постоянно размышляйте над Словом Божьим, избегайте искушений, избегайте блуда, не старайтесь находиться там, где будет общение на эти темы, не старайтесь смотреть подобные видео или картинки, не давайте места дьяволу, храните себя в чистоте, и чем больше и ближе вы будете приближаться к Иисусу, тем больше Он будет преображать вас в свой чудесный, славный, святый образ, поэтому ищите Иисуса постоянно и всегда пребывайте в Его Слове. Знайте, что Иисус рядом, Он любит вас, и вы не сможете сами противостать этому греху. Вам нужен Иисус, и только Он может вас освободить. И чем больше вы будете наполняться Иисусом, тем больше Он будет вытеснять этот грех из вас. Поэтому не осуждайте себя, смотрите на Иисуса, не смотрите на себя, не смотрите на свое прошлое, смотрите на совершенную жертву Иисуса Христа. Он вас полюбил, и Он заплатил высокую
цену, чтобы освободить вас от любого греха. И я хочу сказать, что любовь Иисуса, кровь Иисуса и жертва Иисуса сильнее любого греха. Мы вас благословляем, и знайте, что мы молимся за вас. И не забудьте подписаться на этот канал, и можете отправить это видео своим близким и друзьям. И обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях, на какие темы вы хотели бы, чтобы мы с вами вместе молились. И также внизу в комментариях будет прикреплена ссылка на наш канал «Духовная война», где мы выкладываем мультфильмы, и также на наш основной канал «Ахэкаджол», где мы снимаем свидетельства. Будьте благословены, и всем спасибо за ваши поддержки.